Включила? Вроде да. А что, лампочка не горит? Сынок, ну как у тебя дела? А? Что? Сынок, у тебя там выпить есть что-то, а? Да, да. А ты покушал? А ну покажи. Сынок, а покажи свою квартиру. Ага. Носки как и дома разбрасываешь. А почему у тебя так сигаретами воняет? Ты что, куришь? А кто там к тебе пришел? Девочка! Иди. Ну что, выключила? Да вроде да. Ну вот видишь, бабу привела, ты говоришь, пидорас, пидорас. Фу, ну и жара. Крошка, это потому что я рядом. Ой, открой окно, жарко. Закрой окно, холодно. За проезд передаем. А можно глоточек? А есть еще? О, хорошо. В бане дорого, а в маршруточке самое то. Ой, здравствуйте, проходите, садитесь, обедать будем. А у себя же дома жрать не учили? Чё, ну чё они? Так, мальчики, я за десертом, скоро приду. Ну чё, пацаны, по пивку? Так, ты почему Лёшу одного в комнате оставил? Иди проследи, чтобы ничего не спил. А вы давно дружите? Это мой лучший друг. А вы хоть не эти, не гомосеки хоть? Ну а шо? А можно поиграть в приставку? Нельзя. Почему? Потому что я сейчас буду играть. А вы уроки сделали? Нет. Правильно, нахрен они нужны. Пойдете лучше ко мне на завод. Сына, а почему ты только друзей водишь? Привел бы девочку. И подругу пускай возьмет. Привет, привет. Ого, вот эта тёлка. Богдан, уйди. У вас с ним уже было? Что было? Тебе не кажется, что у меня одна грудь больше, чем вторая? Не, нормально. Серьезно? Давай сфоткаемся. Короче, мы сходили с ним сначала. Ты посуду помыл? А у твоей подруги есть парень? Нет, а что? Будет. Девчонки, может, выпьем? Вера, я тебя так люблю. Слушай, оставайся на ночевку. Давай. Все, спокойной ночи. Ну, привет. Фоткай меня у воды. А ты крем какой-то брала? Конечно. От загара, для загара. SPF 15, SPF 80. Ничего себе, какая тёлка. Ой, извини, я... Да все нормально, не переживаю. Реально классная тёлка, я тебе сама дала. Скажи. А сходи, купи мне что-нибудь вкусненького. Вот, семки. А ты ничего не мог нормального купить? Поможешь мне спинку? Ты что-то там пишешь? Закопаешь меня? Все, я за пивом. Верь, неси тапки. Стекло, бумага, пластик. Thank you.
печенька. Дорогой, я хотела тебе признаться. Ага, это ты сожрала мой йогурт, да? Нет, дорогой, я беременна. Так и знал, что ты... Стоп, что ты сказала? Ты баночку помыл, прокипятил? Да, да, да. Хорошо? Кто памперс менять? Не я. Давай на Суефа. Суефа. Твоя очередь. Ой, соска упала. Пойди прокипяти, пожалуйста. Да ладно, господи. Ага, ага. Не, я сегодня не могу. Нет. Сейчас, сейчас, успокоится. Вера, он что-то с пола съел. Что-то съедобное? Вроде да. А тогда ничего страшного. А что с лицом? Опять подрался? Батя, иди-ка сюда! Чего разоралась там, а? Сынок, я же тебе говорила, драться плохо, дерутся только плохие. Да? Плохо так, нельзя так. Ну вот скажи, ты или тебе дали пизду? Ой, весь в отца, у того тоже вся морда в школе была побитая. Сынок, иди сюда, сейчас тебе прием покажу. Смотри, заберешь его, так, так, так. Мать, зови скорую. Ну, примерно так, как-то понял. Сынок, из-за чего подрались хотя бы? Из-за Катьки. Из-за этой шалавы. Кто ж тебя драться-то научил, а? Пацаны. Какие пацаны? Сынок, на такие случаи носи газовый баллончик, смотри. А я тебе говорил, его нужно было на бокс отдавать. А он хотел на танцы. Так за этого и отпизд. Так, мы с отцом сами сейчас разберемся. Ты бери биту, а я лопату. Поступлю на бесплатное, закончу с красным дипломом и буду зарабатывать, как Илон Маск. Да пох, если что, в армию пойду вообще. Да не переживайте, там все легко. Вы что, не знаете высшую математику? Берите меня на юрфак, девочек тоже, бабки не проблема вообще. Доча, ты, главное, не волнуйся. Не волнуйся, видишь, я не волнуюсь, и ты не волнуйся. Не переживай, я вот тоже, видишь, не переживаю. Девушка, вы нам не подходите. Придется идти в проститутки. Извините, у вас знаний ноль. Ты че, сега? Ладно, ладно, троечка. Нормально. А можно другой? Нет. Дорогая, мы едем в отпуск. Ага, опять с Петровичем на дачу бухать? Да нет, в Турцию. О, дорогая, а что такое duty free? А что так дешево? Просрочено, что ли? Тагил! Ты что, дурак? Мы из Пемзы. В кино все так кричат. Ну, может быть, мы с тобой в ресторан сходим. Какой ресторан? На, садись, курицу ешь. Тут еще яички остались. О, о, это что такое? Не знаю. Мать, там такое, там такое! Что? В баре бухло бесплатное. Ну что, едем? Да, забирай все. Полотенце, тапки, шампунь и бежим. Давай. О боже, кто это? Это мой сосед. Достал уже. Привет, девушки. А можно я вас чем-то угощу? Ну ладно. Смотрите, у меня мама такие пирожки печет. На, попробуй, на. Девочки, а куда вы сейчас идете? Гулять. А можно с вами? Нет, нельзя, это девичник. Ой, я люблю девичник. Я с мамой всегда на девичниках хожу. Я там такое вытворяю. Алло, Саня, а я тут в кафе с Верой гуляю. А, я же говорила, она станет моей, да? Вера, у тебя есть парень? Ну да. Вот видишь, Вер, и у тебя может быть парень. Девочки, вы идите, а я рассчитаюсь, да. А можно завтра занести?